Всем привет! Прежде чем сделать облицовку плиткой, важно сделать сантехнику, то есть подводку всех труб, а также канализацию. Ну, вообще, почему я сам стал делать всю эту работу, то есть так бы, что плитку клади и клади. Но дело в том, что нужно не только спаять полипропилен, как бы и забыть об этом. Нужно привязать все предметы, которые будут установлены, к сделанной разводке. Сделать это грамотно, чтобы потом можно было облицевать все это плиткой, и стандартными методами все технические соединения были закрыты, как минимум отражателями. То есть, что я делаю? Ну вот я вначале, прежде чем что-либо штробить, паять, соединять, делать канализацию, я обрисовываю, каким образом контуры, значит, сантехпредметов, которые будут установлены. В данном случае это ванна. Ванны самой нету, но ванны, как правило, стандартные. Если это не акриловая, то здесь у нас будет стальная. То есть здесь уже известные, по крайней мере, исходные данные. Я ее обрисовал. Дальше я попросил заказчиков уже купить тумбочку. Вот. Я ее поставил. Вот здесь зазоры есть у нас вот между ванной и тумбочкой. И здесь между коробом тоже будет зазор. Вот. А для чего тумбочка нужна? Для того, чтобы тоже обрисовать все, что вот находится внутри тумбочки. А я тоже там обвел. Сейчас тумбочку я убираю, и будет ясно, где мне делать подводку и канализацию. Ну это ладно, сложнее с туалетом. Здесь у нас какие трудности? Значит, здесь тоже будет раковина. С раковиной вроде все в порядке. То есть то же самое я ее приставил, вот, обрисовал все, что мне нужно. Унитаз я даже не обрисовывал, там все понятно. С левой стороны, когда смотришь на него, с правой стороны, вернее, когда смотришь на него, подводка. Ну, здесь все ясно и понятно, как соединить. Трудность в чем? Трудность в том, что здесь у нас будет использоваться биде и стоять еще стиральная машина. Вот я нарисовал, как будет стоять биде. И рядом с ним, буквально зазор 1 сантиметр, будет стоять стиральная машина. Вот. В чем здесь как бы минус? В том, что унитаз у нас будет стоять чуть-чуть под углом. Биде у нас будет, его еще пока нет, будет выходить сантиметров минимум на 45. Вот. По высоте они одинаковы с унитазом, как вы понимаете. Плюс он будет стоять рядом со стиральной машиной. И это означает, что хотя в принципе все это должно быть функционально, вот, но будет такой эффект, что очень тесно. Да, то есть пользоваться этими всеми предметами будет не то чтобы невозможно, но, так скажем, не всегда уютно, не всегда приятно, потому что теснота, она рано или поздно надоедает, как правило, рано, и все это становится лишним. Лишние детали, неправильно установленные, пусть даже на несколько сантиметров какие-то предметы, будут раздражать на протяжении многих лет, можно сказать. Вот. Ну вот пока что такая компоновка. Будем смотреть, что дальше. Обсуждать с хозяином буду, как дальше делать. Все, всем спасибо.